Добрый день, уважаемые друзья. Я Кравченко Геннадий, представляю компанию «Полымя Агро». Имею 17-летний стаж работы в сельском хозяйстве. Являюсь поставщиками брендов европейских заводов. Сегодня представляем вам трактор Фен 724 и Солитер 12. Предлагаем раздельную технологию, ориентируясь на экономику при посеве зерновых культур и рапса. При работе с этой технологией на сегодняшний день для посева, начиная от обработки почвы, заканчивая посевом, мы можем вложиться 12 литров дизельного топлива на гектар. Данные машины на сегодняшний день позволяют производительно возделывать сельскохозяйственные культуры. В данной сцепке Солитер с трактором 724 может за рабочий день сеять 200 гектаров. Производительность плюс экономика топлива на сегодняшний день позволяют нам сократить затратную часть на производство сельскохозяйственных культур.